Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу написать этот милый водопад. Вот нашел картинку в интернете. Такая красивая. Я, конечно, бы туда еще купальщиц напустил. Ну, хотя бы водопадик и прозрачную воду, камушки под водой. Я вам покажу. Это мгла. Зеленая мгла, черный, изумрудная. Где-то еще больше черного прямо. Темно, потом зелень появится на этом, освещенная солнцем. Где-то в этой части водопад. Теперь белильца, бирюзовый, охра, чуть-чуть поджижаю. Чуть больше белил. Собственно, виновник. Интереса к себе. Водопад. Черный розовый. Коричневый. Зигзаги, зигзаги.
еще более светлые. Можно даже с краснинкой чуть-чуть. Уже понятно, что там, где краснинка, там появляется свет. То есть свет дал легкую рыжесть месту. Лежачий к холсту веерной кистью. В тень ушло более темно, то есть уже с помощью изумрудной. И здесь тоже у нас будет растение. Хотя его там нет, но он так будет оформлять, это растение будет оформлять этот кусок выгодно. И тоже уходит во мглу. Все, друзья, вот такая картиночка. Расходящиеся. Я получил настоящее наслаждение. Надеюсь, и вы получите наслаждение. И мужчины, наверное, впишут купальщицы. По-моему, невозможно удержаться.